Добрый день, дорогие друзья! Танец – самая прекрасная метафора человеческой жизни. Именно так звучит тема нашего сегодняшнего заочного киновиктория. В преддверии Дня молодежи Донецкой Народной Республики рекомендуем вам ознакомиться с кинолентой «Бал» итальянского кинорежиссера Эттора Скола. «Бал» – это удивительный, наполненный музыкой, эмоциями, энергетикой, образами и житейскими историями фильм без единого слова. Все действие происходит в одном и том же парижском танцевальном зале на протяжении почти 50 лет. События французской истории с 1930-х до 1980-х годов. Смена мод и привычек показаны исключительно языком музыки, танца, пластики и мимики. Фильм состоит из 6 эпизодов из прошлого. 1936, 1940, 1944, 1946, 1956 и 1968 годы. Они обрамлены прологом и эпилогом, относящимися к 1983 году, когда режиссер работал над созданием этой ленты. В каждом эпизоде параллельно разыгрывается несколько исторических миниатюр. В сюжете нашли отражение победа Народного фронта на парламентских выборах 1936 года и борьба с фашистским движением во Франции. Оккупация и освобождение Парижа во время Второй мировой войны. Колониальные войны 1950-х годов. Майские события 1968 года во Франции. В фильме 24 актера исполняют 140 ролей. В каждом временном промежутке артисту уготована своя судьба. И только актер Франческо де Роза неизменно остается хозяином заведения. Ключевое место в киноленте отведено музыке. Она узнаваема и соответствует духу каждой эпохи. От танго до рок-н-ролла, от латинских мотивов до диско. Именно так проходит жизнь, со всеми горестями и печалью, с радостями и праздником. И несмотря на политический подтекст, благодаря отличной режиссуре и операторской подаче, «Бал» становится кинематографическим праздником и необычным буйством фантазии, которым Скола решил удивить мир. Режиссер Эттора Скола написал более 80 сценариев для западноевропейского кино. Является режиссером-постановщиком 39 картин. Фильм «Бал» 1983 года – одна из его наиболее значимых работ. В 1984 году Скола получил премию Французской академии искусств и технологий кинематографа за лучшую режиссуру. В том же году «Бал» был номинирован на премию «Оскар» как лучший иноязычный фильм. Окунитесь в атмосферу Франции прошлого столетия и прочувствуйте эпоху сквозь неповторимый эмоциональный танец. Приятного просмотра!